Ребята, приветствую всех в это воскресное утро. У нас оно началось вот так. Одного зайца просрали, подняли, но он убежал. А второго не просрали, дядя Сережа сработал. Я сработал гонщиком, дядя Сережа сработал стрелком. По следам зашел, я пошел за ним. Поднялся он метрах 40, но я отсемафорил, что вскочил, бежит. Ну и, как говорят, старый конь борозды не испортит. Он его бабахнул. Я по следу пошел, главное, как будто не попал сначала. Пошел по следу, болтаю еще, что все время проверять надо. Прикиньте, ну все, собираюсь уже разворачиваться. Бам, по следочку. Он, кстати, как бежал, вот стрелял. По следочку иду, ну уже собираюсь разворачиваться. Смотрю, а что-то след куда-то пропал. Думаю, скинулся, что ли. Поворачиваюсь, он лежит. Офигеть, чуть зайца не просрали. Всех с воскресеньем, всех с выходным.